Центр поддержки семей мобилизованных, недавно открывшийся в Одинцове, набирает популярность у жителей округа. В первые дни работы сюда обращались свыше 25 человек в сутки. Сегодня ежедневно приходят около 10 заявителей. Депутаты Мособлдумы Дмитрий Голубков и Лариса Лазутина проинспектировали работу учреждения. Центр только начал работать, и, конечно, вот уже пошли первые семьи, которым требуется поддержка. И, конечно, особенность работы заключается в том, что каждый случай, каждое обращение, оно является уникальным и требует максимального такой концентрации усилий. Центр работает по принципу одного окна. Здесь родственники мобилизованных граждан получают юридическую, социальную и психологическую помощь. Спектр вопросов самый широкий. От зачисления детей в детский сад и школу до поиска работы и переобучения. Самой актуальной темой обращения по-прежнему остается получение единовременной выплаты. Один из самых популярных вопросов – это в том числе, когда непосредственно поступят деньги на счет, вот выплата, единовременная выплата. Тоже популярный вопрос. В центре на сегодняшний день работают 70 сотрудников. Прием одновременно ведут 7 специалистов. В этом же здании, несколькими этажами выше, находится Одинцовский офис МФЦ. Его сотрудники активно принимают участие в работе нового учреждения. Также в центре поддержки каждый день дежурят окружные депутаты-единороссы. С утра по первой половине дня один депутат, вторая половина до 7 часов. Всесторонняя поддержка военнослужащих и их семей находится в числе наиболее приоритетных задач страны. Родственников будут сопровождать на протяжении всего срока проведения специальной военной операции, пока мобилизованные не вернутся домой, отметил Дмитрий Голубков. Наша цель, задача – это обеспечить максимальный комфорт для тылов тех бойцов, которые ушли сейчас на фронт. Поэтому уверен, что здесь будет оказана максимальная помощь, и они могут спокойно воевать, не думать о своем тылу. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».